Ольга Ефремова, лауреат первой степени в номинации «Фортепиано», гран-при в номинации «Концертмейстерское мастерство», Одинцовская детская музыкальная школа, преподаватель. Россини, ария Дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник», солист Владимир Тверской, бас. Ольга Ефремова,
Обладатель двух дипломов всероссийского конкурса, лауреат первой степени в номинации фортепиано и гран-при в номинации концертмейстерское мастерство. Поздравляем!